прошлый раз задачка не срослась. У мамы было 57 кошек. 28 разобрали родственники. 12 привезли к нам. Где 17 кошек? У всех возник такой вопрос. Да вот они. Нам привезли еще 12 кошек. Но на этом давайте поставим точку. Больше вопросов не задаем. Куда делись остальные? Итак, на этот раз нам привезли 5 коробок. Дождь, слякоть, коробки размякли, перекошены. Сверху сидели несколько кошек. Вряд ли они сами выбрались. Просто посадили их сверху. Где-то мы уже видели такой сценарий. И опять 12 несчастных, мокрых, замерзших и испуганных кошек. Опять письмо, написанное той же рукой, и 1500 рублей. Только в этот раз добавили еще 2 мешка корма. Ты, господи! Привет, красавица! Привет, а ты моя! Две белые. Кошки ужасно напуганы. Вы даже не представляете, насколько. Их посадили на балкончик в бытовку, где собаки. Конечно, кошкам страшно. А места больше нет. Плюс глаза у нас текут. Не все здоровы, кошки. Не хочу я никаких эмоций сейчас говорить что-то вообще. Ничего не хочу говорить. Просто вообще не знаю. Кошки очень нежные и чистоплотные создания, и за ними нужен уход, а рук не хватает. У Лилии колоссальная нагрузка, но только она умеет ухаживать за кошками, но с таким количеством справиться невозможно.
Здравствуйте, мои маленькие. Так, это у нас мальчик, да? Да, мальчик такой хорошенький, пучеглазый. Держи. Ты у нас кто? Это у нас мальчик. Да, да, Пуська. Пуся! Вы все видите своими глазами, что происходит. Просто беда. Не оставляйте приют без вашего внимания. Не проходите мимо. Пожалуйста, помогайте приюту. Без вашей помощи приюту не выжить.